Молодым семьям Хангаласского улуса вручили сертификаты на приобретение или строительство жилья по программе обеспечения жильем молодых семей. На территории района эта программа действует уже 6 лет. За это время сертификатов выдали на общую сумму более 30 миллионов рублей 104 молодым семьям. В этом году на реализацию программы было предусмотрено 10 миллионов рублей. Из них 4 миллиона выделила республика, 6 миллионов – сам район. В итоге 12 семей из 1-го Мальжагарского, Качикатского, Бестяхского наслегов, а также поселка Махсагалох и города Покровска стали счастливыми обладателями сертификатов на жилье. Где-то одиночные, трое детей. Нет, там еще не надо, просто с ним сидеть. Три дочки, воспитываю, работаю. Записались и вот так стояли. Ну не сразу все дают же, постепенно же. Семьи, участвующие вот, в ней. Подождал три года и вот дали. Буду квартиру покупать. И вот с детьми жить.